Всем привет, зрители, подписчики канала Рик Антона Фет, мои футболисты. И сегодня мы разберем, где же получить секретный жетон будущих звезд. Ребят, этот жетон, в принципе, был там же, будет там же, где и был жетон Джокера. А именно где, вы увидите в этом видео. Также, соответственно, посмотрим, какие еще жетоны у нас появились будущих звезд. Обговорим, подумаем, что же нам все-таки выбрать в обмене будущих звезд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить стримы, видео. А также не забывайте поделиться плейлистом «Малыша футболиста» у себя в соцсетях. И награды Weekend League и Ревальц будут в одном видео. Наверное, дня через 3-4 мы с Саньком их откроем и сразу запилим ролик. Ну что, погнали за жетонами будущих звезд. Если уже сегодня вы хотите приобрести себе кумира или, может быть, топового игрока Мбаппе, Неймара, Месси или любого другого, то переходите на сайт Автофуд. Ребят, здесь очень простая, быстрая покупка монет с автодоставкой и системой антибан. А также вы получите кэшбэк в зависимости от того, в каких объемах вы будете покупать монеты. Многие зрители и подписчики канала пользуются данным сайтом. Все проверено, работает. Ссылочка будет в описании к данному видео или в прикрепленном комментарии. Ну что, ребят, сначала откроем наборы, соответственно, которые мне дали за прохождение плей-офф. Плей-офф в Weekend League был довольно тяжелый в этот раз. Лишь на последнем матче я смог добиться выхода дальше. Итак, ребят, давайте разберем, куда же потратить. Я точно потрачу 15 жетонов на набор с 10 игроками 85, 5 жетонов отдам в ультимит. И, наверное, думаю, что еще 2 жетона или 3 наберу. Ну, скорее всего, я не буду открывать набор с 10 игроками 81-89, потому что там, ну, наверняка будет что-то не выше 83 уровня. И 8 жетонов уже будет сложно набить. Всего говорили, что будет 30 жетонов. Ну, скорее всего, что 2 жетона я еще каким-то образом получу. Это будут либо испытания, соответственно, будущих звезд, да, где всегда дается жетон, либо сквад батл, награды, которые будут, соответственно, даются в воскресенье, там тоже будет жетон. И я, наверное, возьму набор редких игроков. А пишите, что будете выбирать вы. Можно, конечно, если у вас не мощный состав, взять какого-нибудь игрока, например, Галхера, будущую звезду, да, полузащитника. Но, опять же, по мне кажется, что будущие звезды немножко слабоваты, чисто физически, хоть им статы, конечно, накрутили, но на поле, когда вы начинаете ими играть, мне кажется, это все-таки, ну, не то, что мы ждем. Итак, ребят, самый секретный жетон находится в наборе. Набор этот стоит 25 тысяч, по-моему, набор с жетоном Джокера стоил под 90 или 80 тысяч. Ну, короче, приближался он к 100 тысяч. Ребят, можете посмотреть, это видео тоже есть на канале с жетонами Джокеров. Я их достаточно выпускал. Ну, а здесь раз заходим в раздел промо, видим, что содержит он, соответственно, жетон обмена. Одного игрока будущей звезды содержит, да? Соответственно, это нам тоже показывает. Ну и давайте посмотрим, кто нам вообще, в принципе, здесь выпадет. Так, ничего топового здесь, к сожалению, не падает. Центральный защитник. Ну, 85, кстати, делит. Я почему-то думал, что будет вообще слабенько, но нет, 85 это неплохо, ребят, неплохо. Один игрок в аренду, 83, 2 игрока 83 уровня, что тоже, в принципе, неплохо. И игрок в аренду. Делита, конечно, я продам, потому что сейчас я хочу накопить, наверное, скорее всего, на Хакимика, правого защитника. Ну а нападающего посмотрим. Мне подсказал мой подписчик Игорь, с которым я постоянно общаюсь, Александр Мартынов. Привет тебе отдельный. Что скоро выйдет Рональдо 94, ребят, посмотрим, что это будет за сборка кумира. Наверное, дичайшая. Ну, может быть, хватит игроков ее собрать и вложиться именно в эту сборку. Ну, в общем, время покажет. Вряд ли я буду использовать этих игроков, может быть, только в каких-то товарищеских матчах их выпускать. Как бы особо они мне не нужны, тем более еще и в аренду. Испытание будущих звезд, ребят, номер 6. Я уверен, что будет еще 7 и 8. Время еще есть. Тоже обязательно заходите, выполняйте. По-моему, оно появляется каждые 2 дня, и там всегда имеется жетон. Обратите внимание на задания. В сезонных заданиях тоже появляются задания. Они и сейчас там есть, появляются. Где тоже можно прихватить
один жетончик. Ну что, ребят, в принципе, основные жетоны, которые новые, я вам рассказал. Если вы знаете, что еще есть где-то жетон, обязательно поделитесь в комментариях к этому видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, любите футбол, играйте в FIFA 22. До встречи.